يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم уважаемые братья и сестры рады приветствовать вас на нашем телеканале Хадид ТВ 3 на нашей передаче которая посвящена одному из величайших месяцев лунного календаря месяцу Рамазан и вот наступил этот священный праздник для мусульман месяц Рамазан и это как бы суровое испытание и великий праздник для нас. И специально по этому поводу сегодня у нас в гостях уважаемый Худжатул-Ислам валь-Муслимин шейх Гурбан. Ассаляму алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. И хотелось бы спросить вас, уважаемый шейх Гурбан, в чем же, что означает месяц Рамазан для мусульман? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей и благодарю вас за то, что приглашаете на передачи и даете такую возможность участвовать в вашей деятельности, участвовать в этих передачах, в особенности передачах, посвященных этому важному и очень значимому месяцу, месяцу Рамадан. Конечно, ни для кого, ни для одного мусульманина не секрет, что месяц Рамадан является одним из, даже более того, является важнейшим месяцем в году. В преданиях до нас дошло, что месяц Раджаб является месяцем имамов. Месяц Шабан, который предшествует месяцу Рамадан, является месяцем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А месяц Рамадан отличается тем, то есть особенностью этого месяца является то, что этот месяц является месяцем самого Бога. И как сказал его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей известной проповеди Шабания, этот месяц является месяцем, во время которого верующие являются гостями Бога. Я приведу буквально цитату. «Хуа шахрун дуитум фихи иля диафатиллах». Это месяц, в котором вы приглашены в гости ко Всевышнему. «Ва джуильтум фихи мин ахли кераматиллах». И в этот месяц вы являетесь теми, кому сам Аллах, сам Всевышний оказывает почести, оказывает уважение. Теми, кому сам Всевышний уделяет особое внимание. И поэтому в лунном календаре имеется определенный процесс, происходит определенный процесс. Идет определенная подготовка, движение к этому месяцу, который длится на протяжении месяца Раджаб и месяца Шабан, во время которых верующий готовится к этому знаменательному событию, к этому важному месяцу, месяцу Рамадан, готовится к посту. И важность и отличительная черта этого месяца, на самом деле, я хочу подчеркнуть, что говорить об этом месяце довольно-таки, то есть говорить об истинном положении, о настоящем, о сути этого месяца, дело крайне нелегкое.
И хочу подчеркнуть, что нелегкость этого дела заключается в том, что осознав всю важность и значимость этого события, осознав всю важность, даже не осознав, об осознании, о полнейшем осознании речи даже не идет. Речь идет о том, чтобы понять, как этот месяц описан в преданиях, как этот месяц описан в священном Коране, что об этом месяце сказано пророком и его наместниками, непорочными имамами, алейхим салам. Вот, уважаемый шейх Гурбан, извиняюсь, что прерываю. Хотелось бы спросить, почему же месяц Рамазан настолько важен? Ну, есть другие месяцы, а почему именно Рамазан? Важность, то есть значимость, вся тяжелость вопроса, вся тяжесть вопроса, вся значимость вопроса заключается в том, что Всевышний, как сказал его святой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, из той цитаты, которую мы привели чуть раньше, из хутбы Шаабани, из проповеди Шаабани, как сказала его светлость, этот месяц является месяцем, когда человек является, находится в гостях у Бога. «Джуильтум мин ахли кераматилла» – «И вы являетесь теми, кому Бог оказывает почести, кому Бог оказывает особое внимание уделяет». «Кераматилла» – это когда человек приходит к кому-то в гости, и хозяин дома оказывает всячески, пытается угодить гостю и пытается оказать ему почести, показать свое великодушие, показать ему свое гостеприимство, проявить к нему особое уважение, как мы видим в преданиях от имама Али, алейхиссалату вассалам, который собственноручно, несмотря на то, что он, его светлость, обладал особым положением в мусульманском обществе, но несмотря на это, когда к нему приходил в гости обычный человек, и когда он его приглашал за стол, то несмотря на то, что у его светлости были слуги, несмотря на наличие слуг, он сам лично мыл, помогал и наливал воду, чтобы гость мог помыть руки. И он это объяснял тем, что гость имеет особое положение и требует особого отношения к себе. Так вот, этот Бог, который, согласно словам его посланника, оказывает в этот месяц особые почести, особые отношения, проявляет особую благосклонность к своим рабам, этот Бог в этот месяц проявляет и дает особые возможности своим рабам. Те возможности, которыми человек не обладает во все остальные месяцы, в другие дни, в другие месяцы. Такие вещи бывают, то есть бывают времена, бывают места, которые имеют особую значимость, места. Например, обратите внимание, та награда, которую человек получает, совершая молитву у себя дома, абсолютно несоразмерно с той наградой, которую он получает, совершая ту же самую молитву, но уже в мечети. То есть вы хотите сказать, что с точки зрения духовенства в месяц Рамазан тот, кто молится, получает больше саваба? Так я понял? С точки зрения духовности, конечно же, имеет невероятнейшие возможности, которыми он не обладает во все остальные времена. И тоже я объясняю, что имеются места, имеются ситуации, которые не равны между собой. Например, мы говорим о доме и говорим о мечети. А если мы будем говорить об какой-то отдельно взятой мечети, например, мечети, запретной мечети в Мекке, или же мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то молитва, совершенная в этих мечетях, она не подобна на и несравнима с теми молитвами верующих, которые они совершают в обычной мечети. И то же самое касается определенных ситуаций. Например, во время какой-то сложной ситуации, общественной ситуации. Например, представим себе, например, во время священной войны. Например, когда
какой-то народ защищается от агрессии какого-то другой страны, другого народа. Во время этой войны, во время этой священной войны, человек, верующий человек, я подчеркиваю это, речь идет о верующих людях, тех людях, которые, потому что в Коране ясно об этом сказано, что эти две вещи должны сопутствовать друг другу, дабы человек мог развиваться и возвышаться по духовной лестнице. Это вера и праведные деяния. Так вот, вот это праведное деяние, защита своей родины, защита своего народа и сопротивление агрессии, вот это действие, то есть вот эта вот военная обстановка, человек может всю жизнь поклоняться, совершать молитву, совершать другие богослужения, но не достичь той степени понимания Бога, той духовной степени, которую достигает человек всего лишь за один день участия в таком действии, в такой войне, в священной войне. И то же самое мы наблюдаем в месяцах, во времени, что есть какие-то определенные времена, когда Всевышний оказывает особую почесть, уделяет особое внимание, особое великодушие. Бог всегда проявляет великодушие к своим рабам, но в этот месяц человек обретает возможность, которых у него никогда не бывает, не во все остальных месяцы. То есть ему нужно годами поклоняться, чтобы достичь того уровня духовного развития, который он может достичь всего лишь. И апогеем всего этого поклонения в месяц Рамадан является ночь Кадр, ночь предопределения, которая равна тысячам месяцев. И поэтому имеется в преданиях, и это совершенно точно, что если человек не заслужит, если человек не сумеет заслужить, также в речи пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в его известной проповеди сказано, что это месяц прощения и милости Бога. И поэтому, если человек в этот месяц не сумеет заслужить прощение Всевышнего, месяц Рамадан, то у него нет надежды, нет никакой надежды, что он сумеет это сделать другие месяцы. То есть, если он предложит, если верующий человек приложит свои усилия в этот месяц и не заслужит, потому что именно в этот месяц Всевышний проявляет особую благосклонность. Обратите внимание, во все остальные месяцы человек должен сам двигаться и направляться в сторону Корана, в сторону понимания священного Корана. И наряду с Кораном, конечно же, всегда стоит непорочное семейство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Ахляль-Бейт. Сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что я оставляю две драгоценности. Это две драгоценности ислама, которые неотделимы друг от друга. Если мы стремимся к Корану, то мы должны стремиться так же, как Ахляль-Бейт. И вот это стремление, которое является целью человека, познание Корана и познание Ахляль-Бейт, если во все остальные месяцы человек должен делать усилия, чтобы направиться к пониманию священного Корана, то обратите внимание, это сказано в священном Коране. В этот месяц сам Коран направляется к человеку. Сам Ахляль-Бейт направляется. Ахляль-Бейт направляются к человеку, чтобы он понял. Сказано: «Шахру Рамадан аллази унзиля фихи ль-Куран». Это аят священного Корана. То есть месяц Рамадан – это тот месяц, в котором ниспосылается, спускается вниз, спускается священный Коран. Этот аят ясно дает понимание того, что именно в этот месяц сам Коран спускается вниз для понимания человечества. Если во все остальные месяцы мы должны стремиться к Корану, то в этот месяц, благодаря великодушию Бога, в этот месяц сам Коран и сами Ахляль-Бейт стремятся к тому, чтобы человек их познал. И поэтому, если человек не познал, не постиг духовной степени, не постиг понимания Корана, понимания Ахляль-Бейт, то нет никакой надежды, он упустил самую важнейшую возможность в своей жизни. Уважаемый шейх Гурбан, я прошу прощения, но, к сожалению, мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся и продолжим наш разговор.
А вас, я, уважаемые телезрители, прошу оставаться у ваших телеэкранов, не переключайтесь. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات И снова ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Я хотелось бы напомнить, что у нас в гостях сегодня уважаемый Худжатуль Ислам валь Муслимим шейх Гурбан. И вместе с шейхом Гурбаном мы поговорили о том, какую же награду может заслужить человек, просто молясь в этот священный месяц. И вот хотелось бы продолжить этот разговор об этом. Мы на самом деле об этом очень просто говорим, то есть может показаться, что как-то вот легко об этом говорим. И на самом деле, когда я вот это все объясняю, когда говорю об этом, меня просто переполняет досада. Просто неописуемая досада, связанная с тем, что этот месяц со всем его величием приходится объяснять мне, человеку, который, к сожалению, крайне плохо это делает. И, ну, на мой взгляд, это настолько величайший месяц, это величайшая возможность в жизни человека, настолько величайший месяц, что я не чувствую в себе возможности, вообще силы как-то это доносить и объяснять. И тем более эта досада увеличивается с учетом того, что та возможность, тот шанс, который имеется именно в этот месяц, не имеется ни в один период человеческой жизни. И это с пониманием того, что эта жизнь дана человеку для достижения вечного счастья, то есть, другими словами, вечность человеческая. Вот. Вечность человеческая зависит от этой жизни, и эта жизнь... В этой жизни человеку дается шанс именно в этот месяц, с учетом всего этого, досада и вот это сожаление, внутреннее сожаление, которое вы можете не почувствовать в моем голосе, в моем объяснении, оно просто переполняет. Ну, само то, что мы немножко русскоязычные, немножко холодны, так скажем, не особо эмоциональны. Да? Я, несмотря на то, что русским не являюсь, но воспитан отчасти в русских традициях, и поэтому, возможно, в интонации, в нашем общении, в нашем разговоре это не прочувствуется, вот это вот сожаление и досада, связанная с этим. Вот, уважаемый шейх Гурбан, мы поговорили о том, какие же награды может получить человек в этот священный месяц, но хотелось бы еще, чтобы вы нам рассказали, какие же ограничения накладывает месяц Рамазан на верующих. То есть в месяц Рамазан что не должны делать мусульмане, ну, чтобы получить эту награду? То, что касается месяца Рамазан, то есть если мы упустим элементарные, очевидные вещи, коими является сам пост, коим является отказ от пищи, воды в течение определенного времени, то есть это очевидно, все это знают, и любой верующий, любой мусульманин, который, тем более, который постится, прекрасно об этом знает. Но я хочу что подчеркнуть, обратите внимание. В месяце Рамадана нет таких деяний, каких-то особых деяний, которые не приветствовались бы в другие месяцы. То есть это отказ от злословия, отказ от сплетен, отказ от... Ну и другие моменты человеческого поведения,
связаны с его духовным развитием. То есть есть деяния запретные, есть деяния обязательные в виде молитвы, например, ежедневной молитвы, запретные в виде алкоголя и других, ну, известных всем вещей. Есть желательные вещи, это чтение Корана, например. Есть нежелательные вещи, например, пустое времяпровождение, например, за компьютерными играми. Да, если, ну, в определенных ситуациях та же самая игра в компьютерные игры становится запретной. Но мы говорим о той части, когда это является нежелательным. Да? Вот эти вещи, они нежелательные, желательные, запретные и обязательные, они и в другие месяцы являются таковыми. Но в этот месяц они обретают особое значение. Они играют жизненную роль. То есть здесь вопрос жизни и смерти, но не жизни и смерти тела, не органической жизни и смерти, а жизни и смерти духа, когда человек позволяет себе злословие, когда человек позволяет себе сквернословие, например, позволяет себе тратить это время, это драгоценное время на то, чтобы заниматься абсолютно ненужными, проводить время за абсолютно бесполезной какой-то деятельностью. И такие вещи, как желательное, например, чтение Корана, обретают в этот месяц особое значение. Поэтому я хочу подчеркнуть, что в этот месяц нет деяний, которые не являлись бы желательными или нежелательными в другие месяцы. Но эти деяния в этот месяц обретают особое значение. Я хочу подчеркнуть, привести одно предание от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Его светлость, когда услышал, что во время Рамадана, во время поста, женщина ругает своего ребенка, сквернословит в адрес своего ребенка, он позвал ее к себе, положил еду перед ней и сказал: «Угощайся». Она сказала, что нет, я же пощусь. То есть его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, этим поступком, довольно-таки мягким, негрубым, то есть его светлость не стал высказывать свое отношение к ее поведению. Он дал ей понять, что то, что она делает, не соответствует месяцу, в котором она находится. Поэтому нужно. И я хочу подчеркнуть, может быть, не очень имеет тесное отношение к обсуждаемой теме, но я хочу подчеркнуть. Дело в том, что Коран – это важнейшая книга в жизни любого мусульманина, любого верующего. Но, к сожалению, так как мы обращаемся сейчас к русскоязычным людям, я хочу это подчеркнуть, что чтение Корана – это должно играть очень важное значение в жизни любого мусульманина. Нужно стремиться к тому, чтобы, к сожалению, наши люди в большинстве своем мало того, что не понимают Коран, так и большинство из них вообще читать не умеют. Есть какая-то категория людей, которые умеют читать, но они умеют, не знают смысла, не могут перевести, не знают, о чем там говорится, просто читают вслух, могут читать вслух, например, или про себя, умеют читать. Уважаемый шейх Гурбан, если позволите, я вам задам вопрос. Вот вы сказали, что в месяц Рамазан мы являемся все гостями Бога. И Он как бы будет нам угождать в этот месяц и так далее. Вот скажите мне, пожалуйста, вот воздержание от еды и воды, не является ли это как-то, не знаю, суровым испытанием, либо мучением? Вот есть ли у нас какой-нибудь ответ на этот вопрос? То есть мы сказали, что это великий праздник, за эти деяния Бог наградит и так далее. Но вот не является ли это мучением на самом деле, либо суровым испытанием, то, что мы отказываемся от еды и воды? Есть какие-то, можно это назвать испытанием, можно это назвать трудностями. Есть какие-то трудности, испытания. Я даже скажу более того, не то, что есть какие-то трудности и испытания, а большинство, абсолютно большинство трудностей и испытаний всегда играют на пользу
играют положительную роль в жизни человека. Да, есть это, они сопровождаются какими-то страданиями, какими-то трудностями, переживаемыми какими-то чувствами, но эти трудности приносят... И здесь все очевидно, то есть мы очень часто приводят такие примеры, что современная технологическая, научно-техническое развитие современного человечества – это результат как раз вот этих вот трудностей и страданий. Достигло бы человечество всего этого, если бы какой-нибудь Эйнштейн или какой-нибудь другой человек не лишил бы себя сна, не лишил бы себя отдыха, не лишил бы себя многих других наслаждений жизни, многих других удовольствий жизни, дабы заняться тем, чем он занимался. Дошло бы человечество до этого. И помимо этого, именно в самые трудные моменты человеческой истории человечество продвигалось вперед. Допустим, 20 век. 20 век, он, вне всякого сомнения, был революционным веком. Революционным, потому что произошел невероятный прорыв вперед в области техники и многих других областях, в области науки. Но этот век, 20 век, также был примечателен двумя важнейшими событиями, которые не были положительными событиями. И об этих событиях можно только сожалеть. Это Первая и Вторая мировая, Первая мировая и Вторая мировая война. То есть две мировые войны. Две мировые войны в истории человечества произошли именно в 20 веке. И, конечно, об этих событиях мы сожалеем, но именно они, и в особенности Вторая мировая война, послужили тому, что человечество достигло тот же самый интернет современный, который является просто величайшим благом для человечества, также и является величайшим наказанием для человечества, оно является величайшим благом для человечества. Оно было приобретено именно во время этих событий. Поэтому трудности, в особенности, когда они сопровождаются с верой, они играют на руку человека не только в этой жизни, но и в вечной жизни, которая ожидает человека. Если позволите, я так понимаю, что у нас время закончилось. У нас еще есть в распоряжении. Да, если позволите, вы просто прерывали, я хотел бы вернуться к вопросу о кране. Да, конечно. Я хотел кое-что подчеркнуть. В этот месяц желательным является то, чтобы человек больше, чем больше человек читает Коран, тем лучше в этот месяц, в месяц Рамадан. Но с этим призывом, конечно же, не совсем уместно сейчас обращаться, потому что мы сейчас говорим с русскоязычной аудиторией, она, к сожалению, в большинстве своем не умеет читать, а те, кто умеет читать, в большинстве своем не понимают Корана. И хотелось бы подчеркнуть, что является очень важным, и не нужно довольствоваться тем, что имеются переводы, например, на русском языке имеется множество переводов, 5 или 6 переводов. Не нужно довольствоваться, уверяю вас, что понимание Корана в оригинале, оно абсолютно не схоже с пониманием священного Корана в переводе. И поэтому нужно стремиться в этот месяц особенно прилагать усилия к тому, чтобы познать Коран, изучить Коран. И я подчеркну, что именно в этот месяц изучение Корана обладает особой легкостью, которого нету в другие месяцы. Это испытано, это проверено, что человек, который берется за понимание, за изучение Корана именно в этот месяц, достигает успехов, которых он не может достичь даже в течение целого года. И не нужно ставить перед собой какие-то очень большие цели. Нужно шаг за шагом, аят за аятом изучать арабский язык, стремиться к тому, чтобы понимать священный Коран в оригинале. Это очень важно, в особенности для верующего, для мусульманина. Не нужно удовлетворяться и довольствоваться тем, чтобы читать переводы священного Корана. Большое спасибо вам, уважаемый шейх Курбан.
Я много что понял для себя, а также надеюсь, что данная информация позитивно скажется на наших телезрителях. А на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Ну а мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители. И хотелось бы поздравить вас перед прощанием с этим величайшим месяцем, с наступлением этого величайшего месяца Рамазан. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات.